автомобиль «УАЗ-предатель». Теперь он может ехать по любой дороге. Достаточно толкать его вчетвером. Новый пластмассовый кузов и отсутствие двигателя облегчают труд путешественника. «УАЗ-предатель» никогда не предаст при хорошей погоде. «УАЗ-предатель», чё сидишь? Иди толкай. Мы под колхозишен, музишен, прям на уазишен. Я не манерный, нервным подрибаю нервы. С места со второй и по бездорожью первый верный конь. Легко куда угодно, полувоенный, полумой, но зато народный, ни молодой, ни модный. У него прикид, зато не дымит и подвеска не гремит. И есть лимит 60 секунд до 100. Досадно лишь, что зеркала проебаны в кустах, зато на двух мостах. И что здесь такого, что на сколько мы 20-ка 76-го. Правда вот топливо, ебаный Вова, стало нынче стоить довольно нихуево. И нихуя не кстати выросли налоги. Двигайтесь, а мол, пешком, тренируйте свои ноги. Ебие, ебиё, ебияу-яу. Доставай фотоаппарат, едет аппарат. Ва-ва-вази, 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 ва-ва-вази. Ебие, ебиё, ебияу-яу. Доставай фотоаппарат, едет аппарат. Ва-ва-вази, 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 ва-ва-вази. Коммерсы на Лексусах, на Ландкрузер братиках, а простые пацаны ездят на УАЗиках. И нахуй нужен, а, ёбаный комфорт, когда в грязи по пояс, а порою по капот, когда вместо климата холодный пот. Лишь бы, сука, не заглохнуть тут, ёбаный компот. Прокатись-ка на X5 по лесу, не спасет тебя бланк страхового полису. Кузов на рессорах для грязи резина. Не стрёмно в лес, поля и до магазина. До фермы чешет по грязи. Я притормозил на Зина, попросила довези. Без базара Зина, без ремней, без тонировки, без номеров. Ебали водки, въёбуем от мусоров. Но только нас поймать вариантов нету. На гора на УАЗике покорит планету. Ебие, ебиё, ебияу-яу. Доставай фотоаппарат, едет аппарат. Ва-ва-вази, 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 ва-ва-вази. Ебие, ебиё, ебияу-яу. Доставай фотоаппарат, едет аппарат. Ва-ва-вази, ва-ва-вази, ва-ва-вази.